Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 4 том, вопрос 1247. Есть ли среди святых примеры обращения к Богу пьяниц и блудников? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Библии таким мог быть Анисим из послания апостола Павла к Филимону. 1 Коринфянам 6 глава 9 по 11 стихи. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Жития святых переполнены такими примерами, и эти люди стали святыми. Такие, как Ванифатий, Пелагий, Евдокия, Мария Египетская, князь Владимир и особо страшный пример – святой варвар, убивший около 300 человек, без числа насиловавший женщин и погубивший 4 пресвитеров, разбойники Давид, Копри и многие другие. Нет того греха, который не омыла бы кровь Христова. Апостол Павел говорит о себе. 1 Коринфянам 15 глава 9 стих. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. На его совести были и мужчины, и женщины, и даже кровь первомученика Стефана. Савл всегда голосовал за тогдашних коммунистов, за народовольцев. Деяния апостолов, 26 глава, 10 по 11 стихи. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Деяния апостола, 22 глава, 20 стих. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетель твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды, побивавших его». Клирос слышен за кулисой где-то, дух молитвы где-то за стеной, но однажды венценосец света в храм вошел рассветную порой. Гулкий свод от края и до края, оглашат щелканье бича, из дверей менялы вылетают, торгаши взбешенные кричат. Треск лотков, купюры и монеты растеклись по мраморным полам. В храм явился венценосец света, прочь с пути мамоны и стукан. Виталий Гриханов.